Ой, ну кто там звонит? Все время слышу, я слышу. Вроде никакие гости не собирались к нам приходить. Здрасте, вы кто? Да, мама, ты ко мне, не мешай. К тебе, да? А сказать, что к тебе в гости приду, да? Ну, я забыла, прости. Ой, ладно, только время с вами трачу. Привет, ну привет. Ты не обращай внимания на маму, она просто всегда такая. Ладно. Я все слышу вообще-то. Пошли, собака. Так, ну вот моя комната. Это твоя комната? Ты что, здесь живешь? Ну да, знаю, комната не очень, но что имеем? Ты любишь рисовать? Очень. Ну давай тогда порисуем. У меня тут как раз два блокнотика есть. Так. О, бацы! Хавчик подъехал. Ну что, покушаем? Отличная идея. Так, стоп! Я учуяла запах вкусняшек. Идем по следу. Ты не мясок идет. Даст типсы или да? Нет. Ну, пожалуйста. Не слушай ее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай дадим, а? Нет. Мы что, тебя уже потеряли? Ну, ладно. Держи. Мама. Мама! Ой, что? Что такое? Мне плохо. Что опять случилось? И почему ты в хвосте этому уснула? Я хотела, чтобы мне пояснили сусалки. Воспитательница сказала, что это работает. Ой, ну говори, что болит. Мама! Что такое? Что у тебя опять? Мама, умираю. В смысле умираешь? Как это? Три. Что происходит? Ты. Два. А как остановить? Где кнопка выкол? Так. Один. Ну, будет знать, к чужие чипсы хавать. Так это ты ее накормила? Мама.